О, дверь открыта, смотри. Видишь? Погоди, она была закрыта. Да. Клянусь. Смотри, смотри, смотри. Куда мы приехали? Рассказывай. Есть одно место недалеко от Гуанчжоу, по-моему, мы здесь, где всякие, смотри, заброшенные коттеджи. Типа здесь целый район достроили, точнее, начали строить, почти достроили, но забросили. Смотри, тут сколько. Не знаю, почему. Тут, видимо, да, тут... давно уже не убирались. Но там были некоторые дома, в которых, видно, ремонт делали. И... Во-первых, дом как, типа, знаешь, из GTA, я не знаю. Да, это дом не из GTA, а дом из фильмов ужасов, да. Еще видишь, вот эти палки тут валяются. А вот так все и начинается, ты снимаешь влог, мы сейчас пойдем посмотрим, что там. Сейчас я машину закрою. И так все начинается. А смотри, тут у них еще окна открыты. Смотри, может, там кто-то смотрит. А время сколько? Охранник выходит. Вы испугались. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. Время сколько? 6 утра, да? Сейчас 6 утра, да. Ну, 6:10, наверное, да? Ты что так пугаешь меня? Что тут, цемент? Не, ну, вообще такой домик клёвый, да? Прикольно. Нет. Почему? Смотри. Тут зал, бокс. Да-да-да-да-да, кроссфит. Ну хорошо, ты очень позитивно мыслишь. Я просто... Смотри, там дверь. Давай, я тебе 50 вен дам, зайдешь туда. Что-то мало, еще 4 нолика забавь туда. 4 нолика. Не, ну там печать стоит. Ну, нет, что-то... вон дверь, смотри, вон. А что туда теперь? Ну тут ничего нету. Он просто пустой. Офигеть! Посмотри, там какая арка. Ого! Вот дом снаружи, он маленький, а внутри, Макс, внутри... Там кто-то идет. Где? Он там прошел. Так, там давай... Машину уберем. День припаркуем, а то мы так ее остановили. Страшновато. Да не страшновато. О, дверь открыта, смотри. Видишь? Погоди, она была закрыта. Да. Клянусь. Смотри, 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 дверь открывается. Так вон там кто-то идет. Да, это что, дверь открывается? Ветер. Деда, что ли, испугался? Можно спросить его, что это за район? Да не надо его спрашивать. Давай его спрошу. Не надо. Не надо. Нет, смотри, подожди, я клянусь тебе. Ну, она была закрыта. У тебя фото открой. Кстати, давай, да, посмотрим по фото. Я с тебя фоткал только что. Я его только что фоткал. Ребят, короче, супер прикол. Макс меня фоткал на фоне этого дома, я попросил его типа такую мрачную фото сделать. И, короче, на фотографии дверь-то, она... О, смотри, она еще больше открылась. Она закрыта. Блин, бро, она еще больше открылась. Ну, походу, мы заснимем сейчас кульные кадры. Причем, заметьте, Макс вон там всегда. Ничего. А ты дверь закрывать не собираешься? А я в лифте родился. Или она сама закроется. Или она сама закроется. Макс, ты что дрочишь? Я смотри, кто-то с окошкой выглядит. Да? Красивый дом. Большой. И никто не живет.
Друзья, в общем, куда мы приехали? Мы в городе Хэйюань. Я уже записывал про это озеро и добавлял на YouTube-канал. Кому интересно, можете посмотреть с другой стороны озера, как оно выглядит, что там есть. Добавлю видео в описании, надеюсь, не забуду, и если что, отмечу здесь на экране. В общем, ладно, солнце вышло, теперь можно рисковать. Заходите. Ты слышал? Да. Ты слышал? Да. Что за звук был? Ну это они от энергии ЦИ своей освобождаются. Орут. Друзья, приехали с Русланом, его другом, в Гуанчжоу, вот в такое вот место. Мы еле-еле нашли это место, очень долго его искали. Заброшенный самолет. Вон, видите, они перелазят. Мы тут очень долго шли, искали его. И вообще непонятно, как он здесь оказался. Что он здесь делает? Руль не рабочий. И это недалеко от центра Гуанчжоу. Это вообще что-то нереальное. Вы там спускаетесь, нет? А, на китайском написано «не курить». Так, это значит китайский. Что с ним случилось? Причем это, кажется, не один самолет. Их тут вот еще один. Смотри, это вообще истребитель какой-то. А, его тут, он еще не один тут. Вот еще один. Да тут их несколько. Тут не один самолет, их здесь несколько. Так, зашел в один грузовой самолет, и он там кабина. Да, я тут. Так, видимо, здесь стюардесса должна сидеть. О, как тут пахнет. Ничего себе. И
это недалеко от центра Гуанчжоу. Так, что-то лишь бы не подскользнулся, здесь немного скользко. Домом в этот. Да, воду прям. Видео для Ютуба заснять — это одно дело, а пофотографироваться на фото больше времени уходит. Нифига ты. Бандап. Давай. Уронил сразу два. Контролирует весь рынок. Типа если вот только оттуда вот так немножко. Как ты прокомментируешь? Ну все правильно сказано. Когда попросили доставку авиа дешево. А, авиа дешево, с Китая, да? Да, карго доставка. Этими самолетами отправлять. Тут страховка не нужна. Она уже уплачена. Очень большое место, да? А ты... ты знаешь, как открывать кабину? Я в фильме видел, там тут открывал нормально. В фильме? Нет, Том Круз легче открыл. Капец старый. Колеса? Да. Поворотники включи. Так, все, мы наигрались. Наигрались, да? Да. И сейчас идем обратно в машину. И едем в следующее место, тоже очень интересно. Вот мы оттуда шли. И где-то метров 500 до сюда доходить. Дошли до этой лестницы, и вот, перелезли. Самолеты там. Так, следующее место тоже будет очень интересное, мистическое. Про один большой парк, который открылся в 90-х. И что-то с ним случилось. И он закрылся. Неизвестно почему. Едем туда. Как раз сейчас темнеет. Там замок еще вроде бы большой есть. Доехал до следующего места. Очень интересно. Этому магазину уже, наверное, здесь, ну, почти 20 лет. Раньше здесь был магазин Ferrari и Maserati. Сейчас вот здесь он закрыт уже много лет. И стоит вот такая вот дорогая машина. Porsche Carrera GT вроде бы. Цена этой машины в Китае около 2 миллионов долларов. Вся пыльная стоит. А не только она одна. Там еще Ferrari стоит старая. Очень старая. И Корвет. Ну вот самое интересное — это вот это. Вот этот Корвет. Как он выглядит. Смотрите, тут уже потолки вон начинает падать. Вон там, здесь. Видимо, вообще не смотрят за этим местом. И вот такая вот старая машина. Старая Ferrari. Видимо, так как магазин Ferrari раньше был, она здесь стояла на продажу. И представьте, как давно это было, что он даже на плакате старая тоже Ferrari. Но этому магазину, наверное, лет 20 точно. Непонятно, непонятно, почему это все так стоит, простаивается. Очень жалко.
заехали на заправку с ним. Что, зачем мы на заправку заехали? Нет, на самом деле Tesla гибрид. Гибрид, да? Да. На самом деле у нас бензин. Да, ну и плюс батарейка 150 км по городу. Ты зарядил? Ой, ты заправился? Да, вот. 73 Все, давай, поехали дальше.